Ваня, на чем добирался? На рене. Песком. Нет, честно, на чем? Я не знаю, я даже не могу сориентироваться, где этот Днепропетровск по карте. Я вообще дело в том, что думал, что я город проехал. 110, Юля что-то говорит. Потому что я это проснулся 4:30. Так что ты выбрал такой удобный? Единственный транспорт, потому что поезд идет 12 часов дня сегодня, а автобусов больше нет вечером никаких. Вот на чем приехал для ты? Да я практически на переходных, автостопом. Вот видите, я говорю, что нет транспорта никакого. Не, ну я же с Киева как бы так получилось, я через Киев. Да слава богу, что вообще приехал. Я еще и в долг ехал, понимаешь, что дело, денег-то нет. Ну там, на запаске где там, где на это. В смысле, ты не поездом ехал? Я? Да. На КамАЗе, на прицепе, на запаску вот так держал. Да нет, на автобусе ехал, конечно. А поезды не ходят, поезд ходит через день. Ну что там новенького в Николаеве рассказывал? Я же двое суток не было. Приехали к нам помощь. России. Сколько людей сейчас? Людей сейчас вместе со мной 8, 2 сестры. Со мной 9. Я что же уже иду на реабилитацию? Нет, ну надо анкету заполнить сначала. Нет, тебе надо в центр по усиленной подготовке не давай. Нет, там информационщиком мы поняли. Надо в центр по усиленной подготовке, так сказать. А, и ты ж покаялся уже, да, вроде? Конечно. Уже все, ничего тебя не берет. Я тебе, Рома, спасибо огромное за Маргариту. Я тебе говорю, уникальная, конечно. Да вообще бомба. Вообще супер. А Алена там у нее, она сразу с колес говорит, так, где ваш сын? Поехали, я его буду. Я Алена, да подожди, он со мной. Тебя вытащим, да. Ну и все же в интернете. Ты, кстати, свое смотрел, Рома? Смотрел, что-то начал, она там что-то мямлила. Да нет, свое. Свое, все нормально? Свое, все оставляем? Я, все оставляем, ничего не закрываем. Ты же помнишь, принцип у меня такой. Да, Юр, там последний раз ты все выложил? Там? Да. А? Я еще не все подписал, но все выложил. Все до единого. Да, это что Сергей давал тебе менять интервью. Кто? Не вылаживай. Сергей, который интервью давал. Какой? Сергей, у нас там есть один. Там она у меня уже все так перемешалась. Статью, кстати, напишешь, а? Дядя Юра. Ну, пишем. Ну что пишем? Что-то долго мне напишем. Ваня, какой Сергей? Оно у меня все перемешалось. Ну ничего, я потом покажу. Ну покажешь. Я же все выкладываю сразу в тот же день. Давай это, напишем. Давай, а чем? Какая статья была? Давай, фотография. Ну какая? Как ты вообще увидел, как сторонний обыватель деятельность организации? Я же еще пока присматриваюсь. Ну, присматриваюсь. Я хочу сказать, так как ты присматриваешься, те двери, которые тебе открыты у нас в организации, не каждому открыты. Я хочу заметить. Ты... Не понял, это что, эксклюзив для меня? Конечно. А чего мне? А чего, не запустите другого журналиста? Ну вот так нет. А чего? Ну потому что... Нет, ну запустим. Понимаешь, как? Ну вот такие вот вещи, как собрание, перемещение там с нами, центра, в которые ты в любые входишь. Это как бы... Мне кажется, что это может любого журналиста вы можете пустить в центр. Любого. На, заходи, смотри. Ну так как с тобой беседую, да, это поверь мне, с любым. Знаешь, ты присутствуешь и в официальных беседах, и в неофициальных, ты и за столом с нами сидишь, ты и передвигаешься с нами, ты и в собрании у нас можешь присутствовать. Ты можешь, так сказать, видеть жизнь центра не глазами, ну, так в этом снаружи, есть, там, да, не ну, по так в этом весь прикол. В этом же весь прикол, Рома. Ну, здесь хорошо. Любого и каждого, но просто мы не пустим сюда. Ну, родители хотят увидеть, ну, действительно внутри, они не хотят картинку, не только картинку хотят видеть. Нет, я же вообще не против. И поэтому, что я говорю, то, как ты центр видишь, да, вот эту обстановку, жизнедеятельность, принцип организации, если бы ты описал, это вообще было бы супер, разместили бы у тебя бы на странице и на нашей. Ну, опишем, конечно, опишем. И на нашей странице. На преображение видел, на главное. Видел. Подпишем, там все предполагается. Я вообще кино хочу снять. Я же тебе говорил, что кино хочу снять. Что, художественное. 10 раз уже ты мне. Ну говорил, вот, да. Как бы нарабатываю материал для кино. Вон Ваня, один из главных. Ну по времени, в смысле.
действующих лиц. Бюджет у нас там какой, напомним, картины? Серьезный хоть? Ну, миллионов 20. Спилберга, не знаю, пригласим. Конечно, режиссером, конечно. Миллионов 20 долларов. Чего мелочиться? Ну, давай, давай.